Три ведра помидор собрали. 10,5. 10,5, 500 грамм весит ведро. Но я это перевешу. Я не сбросил на ноль. Одиннадцать и три. О. Ну, то есть больше 30 килограмм. Ну, высыпай вот в этот ящик и дальше пошли. Урожай хороший в этом году томатиков. Сыпь еще ведро сверху. Сыпь, да, сыпь. Ну вот так. Раз в неделю сейчас собираем. Пятницу и делаем полив раз в неделю. Кусты, конечно, стали уже желтеть. Ну, урожай отлично. Буду их рассортировать и что-нибудь приготовлю. Кто смотрел мое видео, я вот говорила, вторая грядка от краю, вот это семенами в открытый грунт. В мае месяце. Сейчас увидела, что уже помидоры-то красные стали. Вот, смотрите, вот вам и пожалуйста. 5 мая в открытый грунт можно не заморачиваться и сажать. Вот 4 грядки у меня таких экспериментальных. А сейчас еще на этой грядке покажу те, что арбузики. Так, вот они как стали выглядеть. Какие-то такие розоватенькие пока. И с зелененькими штришками. Интересный сорт. Просмотрела. А тут эти штришки становятся белыми. Оказывается, вот они. Кто знает название, напишите. Буду рада очень этой информации ценной. Посмотрю, какой вкус, и буду собирать семена с них. Вот еще 2 ведра. 11 килограмм. Это в чистом виде, без ведра, да? 500 грамм. 500 грамм ведро. Это еще не все, сейчас, да? Проверим. 500 грамм, я же взвешивала. Четыреста? Ну, я потом посчитаю, скажу в конце. Все. Все красные помидоры собрали. Ну, на еду там еще оставили много. А вот с этих будем делать заготовки. Одиннадцать ровно? Ты не минусуй ведро, говори пока. Ну ничего, я их откалибрую и посмотрю, что-то засолю, что-то насок.
8,5. Это пожестче, да? Это ведро 500 грамм весит. 7,5. Ой, чудо, вкусные помидоры. Ой, обалденно. Вот вам сорт волгоградский в основном. И космонавта Волкова. А еще вот здесь вот космонавта Волкова еще грядка. Ты забыл? 4 килограмма чериков. 4 килограмм чериков. Еще с одной грядки осталось собрать. Забыла про вот этих артистов-то. Это вот сегодня я огурчики собрала. Зайду потом домой, завешу, скажу, сколько всего и итог на сегодняшний день. Ну вот, самый большой мой помидор, который я хотела взвесить, сняли дети или внуки. Но сейчас вот этот вот завешу. Ой. Сколько он будет весить? Тоже такой хороший. Так. Нолики. 596. Да, но тот был бы в два раза больше. Ира, так что ты победила наше соревнование. Поздравляю!